заснети неидентифицирани светещи тела. Забелязали са ги над Бояна. Кадрите ни предостави нашия зрител Асен Йовов. Той е категоричен, това не е монтаж и ще даде заснетото за изследване в лаборатория, за да разбере и самия той. Две точки. А что это такое? Да что-то горит там ахтар, ну тут типа свечка. Что это ярко будет? Ну а внутри горит, не видишь, не летит. Есть какие-то шарики? Что-то это? Все нормально. Это типа мини-парашюты, отвечаю. Да, это... Андрей, не он, а почему не парашют? Сейчас мы хватим, не парашют, воздушный шар, да, воздушный шар. Там что же огонь передает? Он как бы так вынужден, не все. Все на курсе минут по двое, ничего себе. Это, наверное, НЛО в городе Уральске. Что это за херня? Фига. Не, а что это такое? Чекать, да я засниму. Я другую покажу. Зайду покажу, я охренею. Это где мы исчезаем? Их было 5, уже 4. Да. Вот и еще один исчезает.
Что же это такое? Он так странно двигается. Это уже пятый летит шар. Освещение смыкается. Вон еще один за ним. Да ты что, Господи, да сколько их можно? Это какой, шестой? Да какой шестой? Тут уж хер сочет, собьешься. Нет, шестой, шестой. И это тоже идет в сторону леса. Вот это да. В жизни никогда НЛО не видел, не верил никогда. Это только крылья, ну сейчас, представляешь, какое количество людей их видели? Да просто многие не обращают внимания на них. Это много...